Привет, с вами ваша Силва Баттерфлай, серебряная бабочка. Сейчас я очень спешу, но тем не менее я сделаю микроскопическое видео. Так, а где мои помадки? Значит, я уже рассказывала вам про эти помады. И сегодня такое плохое освещение, но я накрасилась вот этим вот. Так. Так. Мне так нравится вот этот контейнер. Такой красотулька. А когда его поставишь еще вот в этот, как бы предохранитель, он еще так поблескивает. Так, значит, я еще не знаю, какими я духами надышусь, но покажу свою огородническую деятельность. Посадила вот такие маки и дел, как-то дел по-русски, господи, укроп. Вот, и еще планирую посадить горошек и Morning Glory. Это утренняя победа. Вот. Это у нас по-нашему вьюнок. Ну что такое у нас сегодня с освещением? Вот я сейчас просто придумываю, какой же мне аромат выбрать и уже побежать. Вот такой вот у меня будет микроклип. Так, еще брошку покажу вам, которая у меня тут на столе. Если показывать все, что на столе, можно уже клип создать. Может, я так и сделаю. Вот такие тени. To die for. Так. Вот такие тени зеленые. Я вчера делала видео в них. Так. Сумочка у меня такая вот походная. И сейчас я найду духи, принесу и уже разбегаемся. И вот таким вот парфюмчиком я сегодня помазалась. Это Essence от Narcissa Rodriguez. У меня много таких миниатюр, поэтому я их могу использовать. Хотя у меня даже есть спрей. Ну все, я побежала. Культурно отдыхаем. Соловьи поют.